Говорю, с тобой котелок? Нет, не с этим. С рыжим, рыжий проходил. Да, ты чё? Разве рыжий? Да конечно, ты представь, ты интеллигент. Ты сидит, я что-то там, не блядь. Понял, блядь. Все ясно будет. Короче, мы можем оставить здесь, конечно, я потом за это деньги... Да фин надо сейчас, блин, договаривайся, да это нет, херня какая-то. Она по-любому здесь просто где-то бухает, давай поищем, блядь. Рыжий, это ты? Чего?